Южный фундамент как пальба или на двух км. Месяц развалили. Я на высоту пошел. Ну я тоже поднимусь. 2,5 км. Давай, думаю, 4,5 буду мать. Оно. Ага, я тебя иду нашего дальнего суда на 9 часов, чуть выше, уже на 7 часов. Ты еще? Я догоняю, все догоняю. Выбираю. Слушай, за тобой 6. Да, 6. Иди ровно, иди ровно, 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 иди. Он не выйдет. Он сейчас вынесет, если уже не выйдет. Да, у него энергии может быть хуя быть. Не выйдет. Ёбаный рот, промазался, блядь. Ох, блядь, я ж тебе говорил, вот нахуя так, блядь. Подраться хочется, скучно. Ну и самый интересный вопрос. Это грубо к нам еще удаляем. Господи, себе и нет, что помнишь, что мы именно крыло отпустили из двух не знаю. А, это без крыла не сейчас... Да, сейчас пускает вот уже обрезок. Тоже зря. Шел бы ровно, и все, я бы его снял, срезал бы, хотя пошел бы, блядь. Да скучно я бы скучился. Скучно. Сейчас вот летишь домой, блядь, без крыла. Охуеть на все лупа. А как же веселая посадка? Прилив энтузиазма сразу. Да. Завтра предстоит. Не знаю, но брюхо-то не сюда. Пофигу. Или уж ПСТ стоит
Господи, чё это? Или мы взлетал, разорвали. Так, ты идешь. Сотничков еще. Вот прямо филдом на 3500 бои. Ага, вижу. Там что-то влияет. Ты на дымящего заходил? Нет, он дымящий со мной тянул. Че, он без движки походу уже? Ну, я ему попал, но лично я думал убивать друга.
Так, у меня тут 6 дана. Внизу? А, да. Интересно. Ты пробивал? Да. Лол. Я от его крыла так увернулся. У меня 6, я крыло дал. Ага. Тоже с полного блоков. Блин, здесь что-то есть другое, кажется, дома. Все, бросил он, по-моему. Что, я пошел домой, нам? Там сейчас миссия кончится уже. Да, пойду обедать тогда. Блять, не успел сесть, сука. Не успел сесть. Так, все, лучше блять, ёбаный в рот, шасси забыл выключить. Блять, выпустить. Ёбаный в рот, вот что спешка приводит. А похуй. Только на огневую вышел. Всё. Конец.
Продлевать будете? Нормально, а чей так поднял? За три вылета, блядь. Так, пойду поем.